Мой путь лежал в городок, находящийся неподалеку от эстонской границы, Массалацу. Там сквозь красивый лес протекает река Салаца, и я решил сплавиться по ней. Было прохладно, пасмурно. Я чувствовал, что путешествие подходит к концу. В наушниках играла песня «Родина», кофе дурманил голову, и разноцветные драконы кружились над полями. Мне было чуть-чуть грустно, чуть-чуть одиноко. И одновременно очень здорово. Чувство, сравнимое с горечью темного шоколада. Приятное, в общем и целом, чувство. Короче, ребята, у меня сломалась удочка моя. Сломался у меня. Я говорил, по-моему, вам. Я сломал себе катушку. Вот, я купил себе запчасть. Надеюсь, она подойдет. И поскольку я не поймал ни одной гребаной рыбины на этот поплавок, я буду теперь ловить. Закидывать блесну и тянуть. Как это называется? Как это называется? Спиннинг. Я буду теперь ловить на спиннинг, вот. Здесь такое количество всякой фигни, что просто, вот вы гляньте, как вот из этого выбрать, и такие, и маленькие, и большие, и такие еще. Есть вот такие вот разные, и что выбирать? Гляньте, вот, пожалуйста, блестящие, такие, эти. У меня голова кругом идет, а девушка тоже немножко, ну, не знает, что именно брать, ну, естественно, и... Короче, буду что покупать, что-то думать. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом на заводе был. И штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом на заводе был. И штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде, но я пахал на работе безвылазно. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить. Вино я хотел бы грузинское и в кино, и на солнечном пляже валяться, но я не потяну на зарплатину три билета да в южную сторону. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом на заводе был, и штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торгает. Я люблю свою родину, вроде да. Ну что, ребята, я вот добрался до Массалацы и уже за Массалацей ищу место для лагеря. В Массалаце я пересекся с мужиком, который сдает в аренду каноэ. Обойдется мне это 60 евро, что тоже очень недешево. Но, как он сказал сейчас, одна каноэ это мало. Я буду ехать за тобой за одним, забирать потом себя, поэтому говорит такая цена. Я согласился на это. 60 евро. Завтра с утра буду на месте там у него и отплываю. Небольшое расстояние, около 40 там чем-то километров, вот, и, в принципе, его при желании можно покрыть за день. Но, поскольку я иду не торопясь, то 2 дня как раз нормально. Он сказал, что дальше идти там нету смысла по реке, потому что дамба. Говорит, 2 дня как раз нормально будет. Но, ладно. Вы гляньте на это, ребята. Избушка. Кот. Ну и как всякую избушку на курьих ножках, ее охраняет, точнее не охраняет, а живет здесь. Посмотрите, кто. Гляньте, как здорово сделано, ребята. Есть столик, есть скамеечка. Есть даже такой вот, я так понимаю, это мусорник. Видите? Я расскажу маленькую историю сейчас. В 2016 году, совершая свое первое путешествие по Латвии, я заехал в эти места, в эти леса. Ехал я ночью. Было очень темно. И проносясь по дороге, гляньте, кто это такой. Кто-то сатир маленький. Помните сатиры и нимфы? Вот сидит себе. А там внизу река, по которой завтра буду сплавляться. Салаца.
И вот, дорогие мои, я лечу, а там дальше асфальтовая дорога будет. Лечу по этой дороге сквозь темный лес. Темно, так знаете, такая тьма. Эти стволы деревьев уходят, кажется, куда-то в бездну космическую. И вдруг я вижу мертвеца. Сердце замерло в груди, знаете, так сжало. Я думаю, да что такое, да как же так? Бас, проезжаю, еще двое стоят. Мне стало так страшно, ребята, так страшно. Я за всех сил кручу педали, и мне кажется, что я уже слышу, как они летят за мной, понимаете, их затхлое дыхание. А потом лечу дальше и вижу крокодил мертвый. И тут я понимаю, что такого быть не может. Какой-то бред. Он деревянный. И до меня доходит. Я стопорю велосипед, разворачиваюсь, еду обратно. Вижу деревянного крокодила. И понимаю, что были просто деревянные фигурки, которые стояли у дороги. Но я буду спускаться, может быть, покажу вам, если я спущусь туда дальше. Ну, точнее, обратно. Просто их уже проехал, не снимая. И не факт, что буду сейчас возвращаться, обратно практически к городу, чтобы показать вам. Эти фигурки стоят там у дороги, ребята, они не такие желтые, не такого цвета. Там такое серое дерево, и оно, по-моему, даже покрыто кое-где мхом. Такие люди, понимаете? И в темноте их запросто можно принять за трупаков. Особенно, когда летишь быстро на велосипеде, пролетаешь. И вот так вот рождаются легенды. Вот. Ну, эту я развенчал. Очень быстро, увидев крокодила. Такая история. Я писал про нее на Фейсбуке в те времена. Ну как вам? А там еще стоят. Там как будто такая вот женщина и с ребенком. И такие стрёмные. Гляньте. Кажется, сейчас откроют глаза. Реально. Ну, неудивительно, что я принял их за бог знает что ночью. Такое сыкло. Вот. Опа. Это называется Ангельская пещера. Красиво, мне нравится. Вот тут мы поставим где-то лагерь сегодня. Завтра с утра проснемся пораньше и надо двигаться обратно в Массалас. Ну здесь рядом, здесь 2 километра, 3 буквально. И надо быть там где-то до 10, 9:30 на месте. Взять каноэ. Здесь тоже что-то должно быть, по-моему. Сейчас мы глянем, указатель был. Как я одной рукой, а управляюсь? Ребзя. Кто папочка-папулька? Кто мистер совершенства? Валера. Нет. Осел. Хотел снять. Ладно. Смотрите, красиво. О, пещера. Сейчас покажу кое-что.
представляете, если навернулся бы с того мостика? Улетел бы носом вперед. Да тут покалечиться реально можно было, ребята. Реально покалечиться. Что не сделаешь ради любимых подписчиков? Ладно, а сейчас глянем, что это такое. Это просто родник, я так понимаю. Да. О! Довольно-таки жесткие. Тут классно. Устал. Все, надо прыгать в кровати. Завтра будет новый день. Завтра будет новый день. Уже поздно, часов 11, наверное. Интересно, который час. И светло. Белые ночи. Белые розы, беззащитные шипы. Ладно, все, спать. Вот оно утро. Едем забирать лодку. Палатку оставил, она мокрая, пусть подсохнет. Я взял пирогу, встретился со своим старым приятелем Армандом, они тоже уезжают здесь по Салате, будут сплавляться. У них чуть короче маршрут. Надо лететь, ребята, палатка осталась там, где оставаться и нельзя. Надо быстро забрать ее и двигать дальше. Погода не очень. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Ну, а мы считаем, что встретить Валеру в нашем путешествии – это хороший знак. We'll see. Время покажет. Вот. Ладно. Опа. Все. Пока, братка. Давай. Ладно, понеслась. Есть какая-то сказка в этом, ребята. Я всегда знал, что это круто. Байдарка, каноэ. Через километр палатка, надеюсь, она на месте. Я ее забираю и плывем дальше, ребята. Вот она палаточка. Ну что, высаживаемся, собираем палаточку и продолжаем путь, ребята. Все только начинается. Вот она. Вот она.
Прощай, пещера ангелов. Знаете, ребята, путешествие — это прекрасная возможность понять, где ты находишься, чего тебе не хватает и что нужно делать. В суете повседневных дней, в будничных заботах мы как-то не думаем об этом. Мы просто, что называется, занимаем себя бы чем. Работа, потом пришел домой, пока пожрал, потом какую-то киношку, может быть, глянуть, что-то еще. И так вот день прошел, потом следующий день, и еще. И так вот в этих буднях, в будничной суете проходит жизнь. И у тебя нету времени, нету сил, настроя бывает, потому что уставший подумать. Уставший морально зачастую. Подумать о том, куда ты идешь, что тебе нужно и чего тебе не хватает. А в путешествии ты наедине с собой, если путешествуешь один. И эти мысли, эти чувства, они сами стучатся тебе в сердце. И ты задумываешься, где я, что я, почему я, этого ли я хотел. Это ли мне нужно? Почему так ёкает сердце? Чего ему не хватает? И ты понимаешь, чего не хватает твоему сердцу. И, возможно, понимаешь, что идешь вообще не тем путем или тем путем, но просто еще не дошел до желаемой цели. Путешествие — это возможность заглянуть в себя, понять. Это очень важно. Очень важно. Да не, не голодный, ребят. Горяченькая, Валер. У меня... Я уже подгорячился бальзамом белорусским.
хорошо? А? Тебе хорошо? Да мне нормально. А где конечный пункт у вас? Ага, не так-то просто. А, вот оно, счастье. А, и давай. Дружеская рука. Переползи. Сейчас я переползу к тебе осторожно. Как приятно видеть дружеские лица. Я задницы не чувствую, такое ощущение, что я сидел. Приятного, ребят, все. Спасибо. Да, я особо-то не сыт. Горячего слишком. Все хорошо? Нет. Она просто устала. Держи. Спасибо. Так, стопе. Сосиски горячие, капуста. Капуста клади. Горячая, сейчас тарелочка. Еще подогреется. Я в раю оказался, наверное, такое ощущение. Клади сюда тарелочку такая. Видите отверстия в скале маленькие, такие дырочки? Это птичьи гнезда, ребята. Птичьи гнезда. Ну как улов? Поймали что? Много. Не, серьезно? Ну да. Да? Угу. Поймали? Да-да. А на что вы ловите? Червяк. На червяк? Да. Я понял. Еще будет ловки? А, нет, я думаю, нет. Спросили, будет ли еще лодки. Ну, наверное, мешают рыбачить. Все, начинает протекать одежда. Струйка потекла по ноге, по бедру. Замок, там где находится, протек. По другому бедру. А, обувь. Почувствовал, как то же самое. Резко стало мокро и холодно пальцу. Погода хреновая, ребята. Совсем никуда. У меня есть кофе, ребятки. Это классно. У меня есть кофе. Кофе — это круто. Кофе — это жизнь. Скипячу себе водички. Сделаю кофе. Или чай ромашковый. У меня есть бальзам белорусский. 40 градусов. Такой вкусненький. Я купил. И все будет тип-топом. Этими елками играю, рублями. Природа. Арманд с компанией пригласили меня остаться с ними на ночь, в доме, который они сняли у реки, закончив свой сплав. И я не смог отказаться. Хотелось согреться, отоспаться, накатить, в общем, расслабиться. К тому же у меня накрылся мобильник, лишая возможности запускать дрон, и камера тоже начала барахлить. По итогу я вернулся с ребятами в Ригу, где купил новый телефон и спустя пару дней продолжил сплав по реке с этого же места. Мне нужно было закончить, добить серию. Все ради любимых подписчиков. Ну так и есть, кстати. 6, 7, 8, 9. Короче, я нечаянно. Короче, я общался с девчонкой и нечаянно разлил на нее колу. Сейчас ее пацан сушит ее носки промокшие, потому что кола разлилась на боты. На костре. Сейчас скоро снимать буду. Скоро готов. Дождемся, пока он будет с корочкой. Да. Тебя аль-денте или как? Ножички посушить? Я не специально. Аквалуны нету, приходится врачу ехать.
меня. С нами сегодня особый гость нашей тусовки, Валерий Рогозин. Не особо приглашенный гость, баста. Его зовут Василий. Люди разлетаются, как кегли вчера. Просто смерть и сегодня первый блин, но бэнд. Сегодня ты первый, завтра тебе никто не вспомнит. Москва слезам не верит, не забывай свои формы. На самом деле интересно не это, интересно... Мне нравится, ребята, сплавляться по этой реке. Она прикольная. Она такая узкая, такая какая-то уютная, если вы понимаете, о чем я. Как небольшие озера, которые мне нравятся. Помните, как то, на котором я остановился первую ночь похода? И такая же река. Тут водятся огромные. О, Валерка! Тут водятся ребята, просто огромные лососи по 14-15 килограмм весом. И у меня мой знакомый, приятель, он их здесь ловит. Но он сказал, что чтобы поймать лосося здесь, надо быть профессионалом, надо знать. Он всю эту реку знает наизусть, он знает здесь все заводи. Он пробовал разнообразные вот эти вот искусственных рыб, как они называются. Он знает, на каких клюет, на каких нет. И он вытаскивал рыбу, там, где вот стоят рыбаки, один, второй, третий, четвертый. У них ничего, а у него вот такие гигантские. Я лично видел, видеозаписи, каких он огромных лососей вытаскивал. Ребята, это невероятно. Они просто какие-то слоны, огромнейшие, вот, в этой реке. Но он сказал, что это только в сезон. То есть здесь есть... определенные времена года, когда рыба клюет хорошо, а есть, когда вообще не клюет. Вот сейчас не клюет совсем. Поэтому нет смысла закидывать удочку. Я уже позакидывал, как вы знаете. Хватит. Вот такие ребзи дела. На самом деле классно. Надо путешествовать, я считаю, не только на велосипеде, но надо быть многогранным в плане путешествий, да и вообще по жизни. И... путешествовать и на лыжах, и сплавляться на каноэ, на каяке, и пешком. Погодка радует. Надо будет сегодня обязательно искупаться, ребята. Погода классная, солнышко. Блин, дико здорово. Я обязательно искупаюсь, когда встану на стояночку.
Ух ты! Ребзя, гляньте, штабик. Видите там вот на дереве штабик, реальный штабик. Короче, надо добраться до него. Причаливать. Штабик. Как в кино, как в рассказе Стивена Кинга в романе «Труп». Роман прикольный, там классно. Вылазим, Ребзя, вылазим. Ребзя, гляньте. Это, мать его, реальный штабик. Это штабик, Ребзя. Какой крутяк. Она меня не выдержит. Черт, штабик, штабик. Как же залезть в него? Валерка, давай, ты можешь. Ты же амбассадор спортмарафона еще недавно был. Я когда-то садился раньше на шпагат, Ребзя. Так что. Жирная жаба, давай. Короче, нет. Короче, вот штабик, Ребзя. Вот такой он. Но я залезть сюда не могу, он проломается подо мной. Я в положении жабы, вишу, сейчас снимаю для вас. Дико крутой штабик. Я за такое в детстве не знаю. Души бы дьяволу продал. Образно говоря. Я такому кто-то мечтает. Штабики. Он шикарный. Но уже он старый такой, поюзанный. И меня он не выдержит. А так жаль. Ну ладно. Показал, что смог. Так, сейчас я пизданусь. Так, давай. Так, ну а что я могу? Я могу поскользнуться и упасть, сломать себе шею. Но в конце концов, если я толкну сильно, то оно получится. А если бревно не твердо стоит, оно твердо стоит. Давай. Раз, два, три, четыре. Господи. Кто тебя снимает, Валерка? Спросите вы. Это мой старый знакомый, Рома. Мы пересеклись и шли сейчас вместе, договорившись вечером посидеть у костра. Я был не против компании, даже рад. Он вроде тоже. Надо парковаться.
знаешь, это, наверное, мне кажется, какая-то паранойя или шизофрения, но вот когда вот остаются такие недожаренные, хоть их докинуть, чтобы, ну, они, да, все, чтобы они все сгорели, чтобы они не пропали, знаешь как, вот, ребята, не волнуйтесь, я вас сожгу, и все будет хорошо. Вы, наверное, переживаете, что вы есть такие несожженные, я вас всех сожгу. Есть такой фетиш, да. Есть, да, такая фигня? Да. Мне в детстве друг сказал, нельзя наступать на те самые, на люки. Это плохо наступать на люки. И, Ромка, я до сих пор избегаю наступать на люки. Представляешь себе? Тоже. Канализационные люки. Тоже легкая шиза. Да, 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 да. У нас у каждого, мне кажется, такая фигня есть. А ты бывало такое, что идет, допустим, такие квадраты большие, знаешь, как, ну, плитки, и стараешься не наступать на швы, да? Бывало такое у тебя? Да, наверное, бывало. У меня раньше такое бывало. Потом ушло. Ребзя, у вас есть такая какая-то тема, что вы тоже, ну, как-то там, не знаю, там, на швы не наступаете, стараетесь не наступать, когда по плитам идете, или, ну, вот дрова, когда вот сгорают, остается вот такое, не сгоревшее дровишко лежит, надо обязательно закинуть ее, и если не закинуть, тебе как-то неуютно, так себя плохо чувствуешь. Мне кажется, какие-то, ну, психические отклонения, реально, и мне кажется, они у нас у всех есть, ну, в большей или меньшей степени. У меня это понятно в большей, у вас, может быть, меньше. Ну что, ребята, вперед! В этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Костер, костерок. Лапки, 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 лапки. Есть пословица, что на костер и море можно смотреть бесконечно долго. Закаты, рассветы или просто непередаваемые цвета и звуки живого мира, они всегда поражают и заставляют замиранием сердца внимать. Человек, не способный открыть душу Вселенной, уже не человек, а биоробот, затянутый в беличье колесо вечной погони за успехом, за деньгами, за должностями, чинами и так далее. Согласитесь, странно, что люди, взобравшиеся на вершину успеха и власти, если судить по опросам, по самоубийствам, нисколько не счастливее нас, простых смертных. Это парадокс. Они, мнящие себя элитой, положили столько чужих жизней в погоне за собственной выгодой, взбираясь по лестнице пирамиды. И что? И зачем? Ведь счастье не выдается в придачу с должностями. Нет. Счастье не кресло и не ступенька, на которую можно взгромоздить усталую жопу. Но они смело жертвуют собственным народом во имя своей цели, чтобы иметь нолики на счетах в банках,
что подняться над нами, тупым быдлом. Но куда? Куда они поднимаются? Комфорт? Да, у них есть комфорт и сиденье с подогревом. Но счастья нет. Почему-то. Может потому, что у них нет времени как раз на такие свидания с рассветами и закатами, на свист птиц и шепот листвы за тонкой стенкой палатки. Может потому, что они не помнят, как это бодрит, когда роса омывает ноги. Когда-то поэт сказал: «Мне немного надо, к рынку молока, вот это небо и эти облака». Мы давно не читаем поэзию. Мы думаем, что это детство. Мы далеки от искусства, но приходит время, и вопросы, извечные вопросы начинают свербить твой мозг. И глядя на какой-то блеклый портрет в Житомирском музее, подписанный «Дама у клавесина» или что-то подобное, ты видишь глаза человека, который думает о том же, о чем думаешь ты. Зачем мы? Куда идем? И что в этой жизни важно, а что так, пустое? Ведь вот этой девушки, дамы, давно нет. 300 лет прошло с той поры, как она позировала художнику. Нет даже костей, а ее взгляд почему-то проникает прямо в душу. И глядя на прекрасные рассветы, о которых как фотограф могу сказать, что по сути это банальность, я тем не менее всегда замираю, будто прикасаясь к чуду. А вы? Да, путешествия даются потом и изматывают. Да, это бывает непросто. Да, бывает и сердишься, и проклинаешь все на свете. Но на самом деле, в путешествии ты возвращаешь в себе человечность. Ты понимаешь, что счастье – это не станция, это сама дорога. Дорога, понимаете? Путь к цели и есть счастье. Так что вперед, ребята. Нас ждут дороги. В прямом и переносном смысле. Удачи нам всем и новых дорог. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь боли твоей, может, крылья сложи посреди степи. Бьется пыль под сапогами, лесями, полями, а кругом бушует пламя на пули свеча. Дороги, пыль да туман, холода, тревоги, во степной бурьян. Вы стрел-стрелец, ворон кружит, ой, кружок в бурьяне. Ну вот и закончился сериал. Я надеюсь, тебе понравилось. Я вложил очень много сил, очень много времени. В принципе, я этим сериалом жил с тех пор, как вернулся с путешествия. Я монтирую практически каждый день. Бывало, по несколько часов сидел. А бывало так, что садился в 6 вечера и слазил с компа где-то в 7-8 утра. График просто накрылся медным тазом, скажу честно. Но он будет восстановлен в следующем путешествии. Я улетаю в Грузию. Улетаю 13 числа. Да, возможно, это как раз сегодня. Потому что серии, последняя серия, она еще не смонтирована на самом деле. Сегодня, в моем настоящем, 10 сентября, уже 11 сентября, уже ночь, в моем настоящем последняя серия еще не готова. Но в твоем настоящем, раз ты смотришь, сейчас видишь меня и смотришь это видео, значит, как минимум у тебя 13-е. Тот день, когда я улетаю в Грузию. Может быть, ты смотришь, что 14 или 15-го. Тогда я уже в Грузии. Путешествие будет непростое. Это байкпекерский маршрут, который подготовленные байкпекеры с легкими велосипедами проходят за месяц. 1200 километров.
Я не знаю, сколько времени уйдет у меня, чтобы пройти этот маршрут с моим неподъемным велосипедом. Я беру с собой фотоаппарат и GoPro-камеру, и еще немножко больше техники, чем в прошлый раз. То есть я буду очень тяжел. Я буду идти не с велосипедом, а, можно сказать, с мотоциклом по весу. И я не знаю, смогу ли этот маршрут вообще пройти. Но это в принципе в моем стиле. Нырнуть в омут с головой и будь что будет. Посмотрим, ребята. Я буду снимать для вас. Что я хотел бы от вас? Пожалуйста, поддержите сейчас канал. Помощь каналу очень нужна. Канал сейчас — это как человек, у которого поставлен аппарат искусственного проветривания легких. Он пока не может дышать сам, слишком мало подписчиков. Сейчас каналу необходимо новое проветривание легких, иначе он задохнется, и я его не вытяну. Поэтому прошу вас, сейчас, если ты смотришь мои серии, если не нравится, если не доставляете удовольствие, и выключая компьютер, или не выключая после просмотра, но у тебя остается какое-то послевкусие, которое тебе дорого и ценно, пожалуйста, оплати мне мой труд. Я не прошу, чтобы ты продал машину или почку. Оставь почку для жены, ей, наверное, нужна машина. Вот. Но если ты купишь мне хотя бы чашку кофе, то это уже будет вложение, которое будет мне приятно. Скажу честно, ты можешь купить мне чашку кофе, ты можешь оплатить мне гостиницу, ты можешь купить мне к чертову Феррари. Все зависит от тебя. Но если ты, друг, не пройдешь мимо и поддержишь канал сейчас, то, возможно, благодаря тебе он останется жить. И потом, я надеюсь, он переродится в что-то еще более прекрасное, когда будет большое количество подписчиков. На данном этапе без вас, ребята, я не вытяну. Я улетаю в Грузию, я полностью вложился. И я надеюсь, что это окупится. Я надеюсь, что я сниму хороший фильм. И я надеюсь, что я вас не разочарую. Ссылка внизу. Ты можешь, там куча разных вариантов, как можно там закинуть копеечку, начиная с Патреона и заканчивая там Яндекс.Деньги, Яндекс.Кошелек, и Европа, и Азия, Африка. Короче, все сделано максимально удобно, чтобы ты мог поддержать мой труд. На самом деле, я прочитал недавно у Руслана Верина, кто-то написал ему, типа, назвал попрошайкой. И я так рассердился, я так разозлился, я так, когда мне пишут, не злюсь, потому что... Ну, когда другому человеку, с которым у тебя классные отношения, это как-то больше задевает. Ребята, это труд. Поверьте мне, это очень непростой труд. Я сейчас жил у компьютера все эти дни. И, естественно, моя фотография, работа по фотографии, не просто просела, ее практически больше не осталось. Потому что иначе бы не смог выпускать вовремя сериал. Вот такие дела. Для меня сейчас эта работа, я делаю максимально качественно. И я надеюсь, что я вас не разочаровываю. Но если разочаровываю, то всегда можно найти себе другой канал. Как-то так. Фух, я немножко волнуюсь уже. 13-го, точнее, сегодня, или вчера, или позавчера, не знаю, как ты смотришь, я уже вылетел, или вылетаю сегодня вечером. И для меня это все наступит через 3 дня, но я уже заранее волнуюсь. Да будет Грузия, да будет солнце, да будет приключение. Ветра в спину мне и вам, ребята.